такая оливка сделана как бонсай, пострижена форма бонсайчика, да? Такие маленькие пальмы и такие большие вазы для этих пальм. Зайдем внутрь этой гостиницы. Это Палац Песаро. 4 звезды. Покажу вам еще с улицы. Да, Венеция готова встречать туристов. Кстати, их уже немного приехало. Европа есть. Нету Америки. Нету России, Украины. Кстати, Армения, Казахстан. Это остановка уже сейчас. И там выходим сразу же на Риальто. Но тут сейчас не паркуются вот барки, приватные вот эти причалы специально возле каждой гостиницы есть. Но в данном случае выход по другую сторону канала, по другую сторону гостиницы. Мы зайдем, но я не спросила разрешения. Сейчас увидим, как нас встретят. Шикарно. Чисто такой венецианский стиль. Везде, конечно, ветра мурана, венецианская обувь. Знаете, что венецианцы любят красные цвета. Венецианцы в мебель красная. Вот барокко, пожалуйста. Везде. Вот. Свое мурановское стекло, конечно, предпочитают. И что любят венецианцы? Яркую обувь, яркую одежду. У них карнавал каждый год. Вот где приватный причал. Это гостиница. Их приватное такси. Такси для гостиницы. Это был когда-то колодец. Вот. Они замуровали после чумы 400 лет назад. Это все закрыто. Все колодези закрыты. Но вода, которая есть в фонтанах венецианских, она, конечно, чистая пистевая вода. Везде мрамор. Бонасера. Мне нравятся вот эти багеты. Багеты – это рама, шикарные рамы. Вот Венеция, венецианские виды. Красиво. Вот приезжают сюда, вот туристы попадают прямо сюда, вот на этот причал, их привозят с аэропорта. Ну, если просто даже по экскурсиям погулять. Вивальди, он же родился здесь, в Венеции. На него говорили режим монах. Вот такая она у нас, Венеция. Мы вас ждем в гости. Чао.